ты заметила, сколько у нас здесь старичков собралось? Да, довольно много старых фандомов. Я думала, будет меньше. То есть получается, чтобы быть популярным, не обязательно быть в тренде? Ну, получается, да. Получается, не обязательно кланяться Архонту и дарить ему колбасу. Ну как без Архонта и колбасы-то жить? Я съем колбасу. А мне надо об этом подумать. Я пойду за колбасу. Пойдем подумаем, пойдем.